Хай, дорогие друзья, всем здорова, с вами по-прежнему Такса, Димон, Дизари, мы сегодня играем в КРМП на Радмире на втором серваке. Крейзи, дизи, народ. И поскольку у нас крутятся чуваки на наших тачках, мы отправляемся сегодня на контейнеры. Мы будем сегодня на 20 миллионов, собственно говоря, рублей покупать контейнеры. Надеемся, что нам выпадет Тесла, Кибертрак или то еще круче, Бугатти Чирон еще одна. В общем, в любом случае, надеемся на самый жирный улов и главное не просрать все эти деньги, потому что это будет очень больно. В любом случае, ставь лайки, ну а мы погнали испытывать свою удачу. Let me go. Да, будем открывать кота в мешке. Ну что, Димон, поехали, мы недалеко находимся. В общем-то, контейнеры появятся буквально с минуты на минуту. 15 минут буквально нам нужно подождать, и контейнеры появятся. И это хорошо, Дима, не разбейся, потому что... Я уже хочу открыть дубайски. Не, я гонщик нелегальной, я нормальный, я гоняю. Нелегальной, смотри, так, а что, народ-то ждет? То только фура одна. Никто не ждет уже контейнера, но мы дождемся, мы сегодня. Так, она, видимо, подвезла контейнеры. А, кстати, да, но она не совсем Евротрах такая. Евротрах кто-то переиграл. Евротрах? Кто-то переиграл в Евротрах? Да, пацаны, ставь лайк, если... Ставь лайк, если переиграл в Евротрах, и ставь два лайка, если еще не играл вообще, в принципе, в трах. Итак, контейнеры, пацаны, с транспортом. Специально, спешл в серии. Я сразу дубайский первый, давай открою сразу первый, ну нафиг. Я тоже хочу дубайский открыть, потому что... А он что, один-единственный? Не-не-не-не, 12 миллионов, Дмитрий. Дмитрий, я готов отдать за него 12 миллионов. Вы не можете объявить... Слушай... Это не я, если чё, как... А, 12-120 я должен объявить? Офигеть! Это на самом деле жесткая цена. Так, чувачок подошел. Ждем 30 секунд, и мы откроем. А ты еще нашел какой-то дубайский? А, у тебя тоже есть? А, вот, видишь, я недалеко стою. Да, я вижу тебя, вижу, да. Блин, мне подзорную трубу. Так, чувачок, отойди. Я сейчас камерой все ближе сделаю. Special for you, Tesla, как бы... Поле зрения. Во, отлично, я тебя так вижу. Так, что у тебя, сколько секунд осталось, Дима? У меня 9 секунд, все. Сейчас. Все, я открываю. Открываешь? Давай, я смотрю, что там. Что там? О, Lexus! Lexus! Какой нахер Lexus? О, Дима! Вот дерьмо. Я открываю, иди ко мне, первый контейнер. Пустите меня, Дима! Дима! Я иду, подожди, что там? Дима! Дима! Это фиаско! Ну я так и знал, я бегу такой, думаю, что ему там выпало-то, что он такой это озорной. Я продаю. Продать в порту. Все, до свидания. Всё. Это... Меня! Меня! Выпустите! Нет, не выпущу ни за что. Так, все, вот еще один контейнер. Я его открою. Так, он не дубайский, это одежда. Нахуй мне одежда. Давай я одежду открою, мне просто баланс надо подфармить. Антиквариат. Ну блин, я не думаю, что я куплюсь. Недорогая одежда. Что-то еще есть? Во, не, транспорт, я транспорт поэтому... Европейского Союза открою, отлично. Уходите, фу-фу-фу, проваливайте отсюда. Евросоюза, давай, открываем транспорт. 5600 ставим, да, за него цену минимальную, как Димон! Говорится. Все, ждем, 30 секунд. Че, Дима, ты там какой открываешь контейнер в итоге, с одеждой? Я с одеждой Соединенных Штатов Америки, сейчас я себе 100 найлон. Из США, да у тебя там Левайс, скорее всего, будет, и Кирилл Кляйн. Кирилл Кляйн, да. Давай, отойди, пожалуйста, мы тут спариваемся с чуваком, как будто бы... Итак, я купил. Кстати, слушай, мне нужно со шмотками покупать. Я же модный 12... тут на серваке самый, да? Напоминаю, розыгрыш у меня на такие тряпки есть на Off-White. На странице ВКонтакте, да. Ну а мы открываем. 3, 2, 1, чувак станцует. Что это да для нас? Значит, все хорошо. Значит, мы открываем. Открывается. Раз, два, три и... 96. Ема! Я в плюсе, Леха. Не может быть. На 200-ка. Не может быть. Сколько стоит? Сколько стоит? 5 отдал. 8! Вот это уже мне нравится. Государственная стоимость 12, в 2 раза окуп, Дима. Нифига, смотри, он подпрыгнул, он, по-моему, тебе я продам тут. В порту, короче, я просто отобью бабки, ты которые потратил. Отобью так, бабки. Так, недорогая одежда, что еще есть? И больше ничего нету. Давай, я пока еще в минусе, все равно какая-то фигня. Так, этот контейнер не разобрали, я понял. Я тоже в минусе за счет того, что у меня какой-то джип дурацкий. Джип? Ладно, давай открываем последний контейнер и ждем новый, недорогая одежда, так. Ну, чувак сейчас откроет, пускай. Да не, какой чувак? Я открою этот контейнер. Да недорогая нет. Одежда, 90 косарей. Я его сейчас отобью, изи. Давайте. Дима, что, слабо? 95 ты ставишь? Я тебя понял. 150. 160. 160? Забирай. Дык-дык-дурак, ну поставь что-нибудь. Ну не знаю. Давай ты откроешь, вот 160 край. Кстати, 160 реально край, давай проверим. Там обычно больше 160 вообще не выпадает. Если 190 выйдет все вместе, то это уже хорошо. Ну да, я хотя бы 14 миллионов. Я, кстати, потратил всего 1 миллион, получается. У меня 19,5, я был... Он перебил все, он перебил все. Пускай забирает нахрен. Мне интересно, он не убежит, он реально... У него ник Лоша. Он лошара, походу.
Потому что такой контейнер в такую цену покупать, это реально лоховство. Ну хотя, слушай, нет, он в таком прикиде жестком, так что я думаю, нормально все. Короче, ждем новые контейнеры, новый завоз, ну а мы погнали ждать. Смотри, милфа пришла какая-то, да? Милфа, да, люди-то съезжаются, информация пошла. О, это мне уже нравится. Так, я сразу транспорт дубайский ищу. Я тоже дубайский, пожалуй, открою и надеюсь. Есть из Америки и транспорт. Тут два, тут все транспорт. Транспорта столько, капец. Все транспорт. Дима, надо все скупать. Тут все транспорт, все полностью транспортная партия. А к Дима, ты же на тот контейнер шел. Твою мать, нахрена ты сюда пришел? Куда? Куда? Я думал, ты на первый контейнер пришел. 12-160, насколько я помню, да? Во, все, я поставил, 30 секунд ждем. Ждем, я пока станцую, ребята. Новые танцы станцую, да. 7 секунд, Лёша, 5. Теперь я наблюдаю, что у тебя там как бы, да, стоит. Нет, в смысле, у меня 17 секунд, у тебя уже, да? Давай. Да, я уже открываю. Чё там? Ламба Хуракан. Сколько стоит? 10. 10? Твою мать, Дима, жалко. 2 миллиона просрал. Ну, Ламба Хуракан, блин, её можно оставить зато хотя бы. Ну да. 5500 этот стоит. Так, не, одна секунда. Есть, так, тихо, не... пацаны, я сейчас открываю контейнер. Все, молимся. Давайте, раз, два, три, молимся, открываем. Поймем отца, сына святого Духа. Давай. Фу, Панамера, что ли? Лех, это жесть! Она два ляма стоит, жесть! Как же мне повезло. Да не может быть! Все бабки слил просто. Я половину бюджета просто всрал. Транспорт Евросоюза пойду открою, может там окуплюсь. Дима, только не перебивай, 5600 нужно. Я Еврейский Союз да, тоже открою. Нет, дай мне. У меня 10 лямов осталось, мне да нужно. Подожди, да открывай. Мне мебель нужно срочно возвращать бабки, это фиаско. Я, короче, прикинь, иду по городу, да, там это, магазин мебели и буква М отвалилась, короче, и это, магазин ебели получился. Да я знаю, Дима, этот прикол. Я не могу, я хочу окупиться, пожалуйста, мне просто жалко бабки, мне просто их жалко, ну потому что, блин, 10 миллионов сгорело, открываю, давай. Открывается так, контейнер и... Бэха, что за говно? За 3 миллиона! А что за бэха была? Я не знаю, я даже смотреть не захотел, блин. Наверное, М2? Это фиаско. Это полнейшая фиаско, ребята. Я не могу так, это даже описать. О, 50-80. Это ты перномолча? Фу, что ты там делаешь? Я мебель ворую. Шарлатан там, сука, ищет что-то там в своих ящиках несчастных. Давай заканчивай. Контейнеры купил. Так, пацаны, я тут просто проживался. Я даже не знал, что контейнер так быстро появится. 12 секунд. Я покупаю контейнер Соединенных Штатов Америки. В них находятся исключительно транспортные средства, которые мы сейчас с вами открываем. 3, 2, 1. Я хочу, кстати, проверить теорию. Я открываю. Давай. 2, 1. Лексус, как у тебя с дубайского. 5 миллионов 500. Ну твою мать, 10. Да нет, я в минусе. Да какая R8, говно тупое. Я в минусе, это жесть. Так. Я в минусе тоже. А подожди, а почему у меня на балансе 12? Одежда. Стоп, Лёх, у меня баланс багнулся, по-моему. Да не может быть. У меня 12 миллионов. Да, 12 одежда. Миллионов. Одежда, а что, есть еще транспорт? Вот, транспорт, 310 тысяч, Российская Федерация. Что там, давайте его откроем. Если там Волга выпадет, то там, это... О, там Любка. Не-не-не-не-не. Не отдам контейнер 303! А! Я успел! Лёх, прикинь, мне 12 миллионов отображается, почему до сих пор на балансе. Я успел у тебя забрать, детка, ты отдаешь контейнер мне. Так, ну ты, Дима, давай тогда открывай контейнер, мы тебе отдаем его великодушно. За 330 косарей ты откроешь его, да? Мы посмотрим вместе все. Давай. Если там выпадет кабан, то это плюс лям просто. Техника. Что-то еще обновилось? Да нет, нифига, там тачек больше нету. Нету нифига, да, блин, нет. Жалко. Лёх, я реально говорю, смотри, вот ребята, открывая контейнер, у меня должны списаться деньги. Баланс тот же самый, почему? Лёх, я... Ха-ха, у тебя приора там. О, Дима, это транспорт мой, отдай, пожалуйста, Евросоюз. Я вообще в жестком минусе, я прям не в окупе. Дима, мы будем торговаться? Да, мы будем торговаться. Мы будем торговаться, я тебя понял. 5700. 6500. 6600. 6600 ты за него хочешь отдать? Да. Ну, ё-моё, Дима, ну я знаешь, сколько готов поставить? Сколько? Поскольку ты ставишь 6600, да? Шейна в мэрле Украины, да. 6600, тогда я ставлю вот такую вот сумму, смотри, вот, я ставлю вот такую. 6666? Я ее, в общем-то... Пацаны, открываем контейнер, Лёха. Я не стал ставить, я хотел тебе отдать его, просто тянул время, чтобы ты... Нет! Нет! Га-га-га-га. 8 лямов, да? Я плюси на 2 ляма. На сука! Блин, а!
Ну какой то капец, ну какой то капец, ну нахрена я его отдал? Ну блин, ну так и знал, слушай, надо было реально забирать. Баланс почему-то не меняется, не понимаю. Давай еще раз попробуем, я открою дубайский, ну слушай, мне баланс остался. Блин, это как-то странно, что у тебя багнулось, почему? Как у тебя мог баланс в принципе багнуться? Не знаю, у меня баланс багнулся, мне 12 миллионов просто на счету, я, наверное, могу все покупать тебе на Радмире. Чуваки, я теперь богатейший. Бесконечные деньги, баг на бесконечные деньги, смотрите сами. Да-да-да-да, все, сейчас это назовут. Да-да-да, баг на бесконечные бабки. О, появилось. Так, а где дубайский? Есть где-нибудь? Дай попробую. Я транспорт Евросоюза сразу открываю первый. Я по приколу попробую, по приколу. Смотри. Баланс так работает? Нет. 12, 120. Я открываю, собственно говоря, 5600 его. У вас недостаточно. А, вот, теперь нормальный баланс у меня. Все, 5600. А, я думал, ты, Дима, со мной. Нет, какой-то денчик здесь. 25 секунд, пацаны, ждем. Транспорт Евросоюза должен окупиться. Вес 4,5 тонны. Кстати, а вес у всех одинаковый? Да все тачки так весят. Нет, а нахрена вес-то все? А, ну все, понял. Так, ну я хочу дубайский открыть, у меня прям руки чешутся, 28 секунд он пропадет, Дима. Он пропадет, а это какое-то фиаско. Итак, я открываю, Еврейский союз, короче, пацаны. Еврейский союз, это нормальная тема. Так, я тоже открываю, давайте. Альт, я открываю и... Бэха З4 за 5800, нормально. Ну такое. На 200 тысяч. Я за 5600 открываю. О, штаты, стой, 2 секунды, нет! Штаны. Отдай! Ешь так, мебель появилась, сука. Так, транспорт, о, 50 секунд, штаты, отлично. 5,5 миллионов, его забираю точно. Потому что его нужно забирать, ребята, однозначно. Его забираем за 5600 также. Дима, иди нахрен отсюда. Дима, я тебе не отдам этот контейнер, это мой ящик. Твой ящик, да? Это мой ящик. Подожди, твой ящик, там где это... В смысле, у меня денег недостаточно стоит. Священника засосала в туалете, в самолете. Я забираю, Дима. Че ты говоришь? Я забираю этот ящик. Какой ящик? Вот этот я забираю ящик. Может, я его забираю? Дима, отдай мне мой ящик. Какой твой ящик? Все, покупай, ладно. Я так и знал! Вот, это дебильная херня! Ну-ка, я могу убежать, подожди, я могу слиться. И ты теперь не можешь покупать на протяжении минуты, я куплю его за 5500. Ну, я лучше да так, и... да. Ну-ка, я бам, сумри, нахуй! Я посмотрю, что ты получишь, лучше я это баг получу на 90 секунд, чем буду всирать свои бабки, короче, последние без того. Умейте бороться с Лехой за кейсы, как бы Леха, не знаю. Кейсы, контейнер. Я хотел тебе на 6200 отдать его. Я на шизу тебя хотел подсадить. Давай, открывай. Угу. И что стоит? 5100, блин. Ну, ладно. А ты что хотел? А я еще бы за 6 его взял. Нахрен оно мне надо было, конечно. О, так, штаты. Я беру Еврейский союз. Еврейский союз ты тоже берешь, да? А он единственный, блин, мне придется штаты взять. Тогда я открою третий на счастье за 5600. У меня все еще баг не прошел, 90 секунд, ты что прикалываешься? Че, ты открыть не можешь ничего? Нет. А мне как раз 30 секунд. А тебе сколько еще, 90 ждать или сколько? Ну, меньше 90 по-любому. Ну, это вот, все, могу ставить. Отлично. Итак, ставлю, 5600, ждем, ребята, 30 секунд. 5600. У меня 10 секунд осталось, ребята. Сюда, Димон Такс! Димон! Давай, открывайся, пожалуйста. Димон Такс, знаешь, как будто отдельная личность на ютубе. Димон Такс. Димон Такс! Единственный в мире Димон и Димон Такс! Димон Такс! Димон Такс! Дешево. Вон, кикнули Тимурку Такса сразу. Кач ЗП! Вот она, да, сразу понятно. Он просто кончил был. Все сразу понятно, да. Покупаю, дальше соединяю штаты. 5600, открываю. О, Porsche Cayenne, за сколько? За 5100, твою мать, говно. Я еще в ящике застрял собственным же. Твою мать, меня депортируют в Америку с этим школьником кричащим, походу, теперь. Это как посмотрел? Не, иди отсюда, иди, фу-фу-фу. Нет, да не бей меня, ты охренел, нельзя, ДМ. Дима, 5900, я его забираю. А вот как у такса нельзя. Дима, ты что там, копейки какие-то надбавил, блин? Уйди отсюда. Дима, ты затрахал тебя сейчас, заколочил. Я упал! Значит, контейнер пропадет, уйди! До смерти. Да уйди, убейте такса. Сейчас тебя банда школьников как бы... В смысле? Вы не можете бить 6100 нахрен. Да ты достал, Дима, бить по мне, это неправильно. Это неправильно. Это последний ящик, отдай, сука, его мне. Да, Дима, ты достал, сука. Да давай, короче, если я буду бить, когда 30 секунд пройдет, короче, ты не умрешь, значит, это ты его покупаешь. Давай.
Да что ты его колотишь? Да, сука! Что творит? У кого-то ствол здесь оказался. Чё, я его за 600 открываю, что ли? Вы охренели? Всё, открывай за 600. Вы охренели? Что там тебе выпадает? Всё, я удаляю игру, идите нахрен просто. Это что такое, а? Чё мне в ящике закрыли? Ай, помогите. Сука, я не могу, всё, я удаляюсь, я вскрою сейчас. Я срал все бабки, короче, я поехал, всё, до свидания. Поставьте лайк, я ожидал, конечно, Тесла, что мне выпадет, но... Такого разочарования. Ты не один такой. Такого разочарования. Сколько у тебя денег осталось? У меня осталось 6 миллионов, короче. У меня 3, нахрен, охрененно. А, сходи. Ну я выиграл, значит, я плюсь. Сходили за контейнерами, все, отъезжайте нахрен, я поехал. Ема назад она, вау! Вы на тачка, понимаю. Хотел ее, чтобы она выпала. Она не выпала, блин, офигеть на ней можно наваливать, красиво. Красиво, да? Я задним ходом задрифтовал на ней, ёбаный. Слышишь, короче, мы тут гонки устраивали, потом нас, короче, на скорость 0.25 ставили и угорали над нами, как мы тут гонки катались. Короче, пацаны, лайфхак вам. В общем-то, это был Дизари и Такс, это был Радмир Второй сервер, все ссылки находятся в описании, также на наши соцсети и на Лёху тоже в описании. В общем, ребят. До скорых встреч, пока, и желайте нам удачи хотя бы перед видосом, реально. Ну, просто иначе никак, мы просто иначе никак.